Ученые Гонконгского университета для охраны лесов разработали робота, которого назвали Трибот. Профессор Сю Яньшэнь создал механизм, который способен забираться на деревья и самостоятельно передвигаться по веткам со сложной геометрией. На создание необычной машины изобретателя вдохновила динамика гусеницы бабочки-пяденицы. «Я долго наблюдал и пытался понять, как гусеницам удается, так сказать, шагать по вертикальной поверхности. Меня впечатлило то, как они передвигаются. И я решил создать робота-наблюдателя, который мог бы следить за ситуацией в лесных массивах. Каждый год происходит огромное количество лесных пожаров, и мое изобретение может здесь помочь». Трибот оборудован камерой, которая передает изображение в реальном времени. Это должно позволить специальным службам эффективно обнаруживать очаги возгорания и своевременно предотвращать масштабные лесные пожары. Весит механизм всего 600 граммов. Он может залезть на любое дерево. Ему не важно, гладкая ли поверхность коры или неровная. Благодаря своей мобильности робот может двигаться в любом направлении и автоматически закрепляться на ветках. На робота лесничего можно установить солнечную батарею. Тогда отпадет необходимость его заряжать. По словам создателя, робот пока не безупречен. Камера слаба. А в дождь или высокую влажность механизм может давать сбои. Но потенциал Трибота очевиден, считает профессор Сю Яньшэнь. Он уверен, что настанет день, когда такие роботы будут ползать по деревьям по всему миру.